3 июля 2017-го идем к озеру, в джунгли. Откосить я не откосил дорогу, так вот она такая. Джунгли, джунгли. Крапива кусается. Вот, идем к озеру. Росло. Как росло. Идем к озеру. Идем к озеру. В джунглях. Идем к озеру. Дожди прошли, ветры. Хочется глянуть, как выглядит берег после страшных ветров и непогоды, дождя. Вот наш берег. Джунгли. Надо эту мачете или как разрубать уже. Ну, сосенка тут живая. Березки. Да, тут кустарник уже надо порядить. Березки стоят. Вот там речка. Мы глянем на речку. Чё, раз уж сюда пришли. Дойдем к ней. Тут в обход надо еще кусту. Речка струится. Вот. Ну тут грибы странные выросли. Там от речки. Дороже все. Все дороже, не кошено. Работай да работай тут. Ну, тут эти поднялись уже. Начинают тоже березки закрывать. Надо все это чистить. Так. Вот. Кто-то тут отпилил. Кто-то отпилил кусок. И вот так выглядит берег. Так выглядит берег. О, воды чуть-чуть побольше. О, там берег. Остров, камыши созревают. Тут вообще тьма, но озеро чуть-чуть само себя почистил. Не связало вот эту вот гадость, которая, или просто ее разбросал. Видите? Вот наш берег. Берег наш. Остров. Скоро камыши закроют. Ну и там тростка. Видно, что она уже буйнее становится. Тут вот кусты эти уже поднялись. Эти поднялись. Работать да работать. Вот, смотрим, что тут происходит. Цветы манны. Что тут вот отголоски. Ну, все поднимается. Если не приложить руку, то через пару лет джунгли будут здесь покруче, чем рядом. Ну вот. Что-то тут выбросило. Кусок лодки нашей. Вот так выглядит берег наш. Ну, пройдем цивилизации. Тоже дорогу надо обкашивать, пробивать. Ну и что тут живая? Вот там лодка. Вот стоят деревья стеной. Ну, тут вот тоже крапива, заросли, трость. Ну и вот движемся. Купальная часть берега. Уже. Вот. Так выглядит. Пионы тут и
цветы высажены, кто-то посадил. Ну вот, тут можно и полежать при случае. Вот. И вот то, что видим после штормов, после всего. Вода мутная. Ну, камни вот возле самого берега только очистили. А те вот в мути в этой так и остаются. И на берег. Возвращаемся на наш берег. Джунгли. Крапива. Ну вот, там наш берег, за который мы с мамой воевали. Я тут, ну вот они, осинки все. Если все это поднимется, то берегу каюк. Ну и конечно, если я его не почищу, то кто? Идем, проходим наш берег, смотри, цветы растут, местами отголоски. Когда-то тут загорали и купались, трудно поверить в это. Все, мы уходим назад в джунгли. Это было посещение нашего берега. Посещение нашего берега 3 июля 2017 года.